Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я сделаю то, от чего плююсь каждый раз, когда я это делаю. Я открою контейнеры, в частности контейнеры «Собери их все». Дело в том, что за 8 лет на всех моих аккаунтах, а у меня их достаточное количество, я реально выбил только одну машину, Т-55А. За 8 лет! Именно поэтому я считаю, что контейнеры — это зло, по крайней мере в моей конкретной ситуации, конкретно на моем примере. Многие пишут по поводу того, что из контейнеров им выпадает, мне, к сожалению, оттуда не падают машины, ну хоть ты тресни. Ребят, если вы готовы поддержать меня морально, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что выпадает из контейнеров вам, насколько вы везучий человек, что из вот этого всего, по крайней мере в контейнерах «Собери их все», вы получали, считаете ли вы за целесообразное покупать контейнеры в нашей с вами игре. Ну и обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новое видео, а я начинаю открывать. У меня есть 7 контейнеров, в любом случае у меня есть уже 2 талисмана на золото, короче говоря, косарь голды с этих контейнеров я в любом случае соберу талисманами. А вот выпадет ли машина, это очень большой вопрос. Ну что, поехали. Я уже молился. Я открывал контейнеры, сидя голой жопе на муравейнике в безлунную ночь на кладбище. Я уже стучался головой в монитор. Я уже стучал руками по столу, пальцами перебирал. Короче говоря, ребят, я использовал все возможные способы привлечения халявы для того, чтобы она все-таки выпала из какого-нибудь контейнера. Ну вот смотрите, ребят, что получается. Открываем, открываем, нифига нет. 7 контейнеров, ребят, 7. И, в принципе, фиг там. Сейчас будет 1000 золота только лишь потому, что я собрал талисманы. То есть это не выпадение из контейнера косаря голды. Осталось 2 конта. Я ненавижу, блин, эти гадские контейнеры. Ненавижу. Лютой ненавистью ненавижу. Зачем вы их сделали, разработчики? Для того, чтобы, блин, такие, как я, плакали постоянно. Хрен там, понимаете? Хрен там. За 8 лет огромный, огромный... Как это правильно назвать? Что мне выпало, ребят? Вот не пишите это слово в комментариях, но я, блин, догадываюсь, что вы, в принципе, понимаете, о чем я говорю. Получить вот такую вот большую, блин, за 8 лет. Так, ладно, короче, открыли контейнеры, посмотрели, ничего из них не дропается, пишем свои комментарии, стоит ли их покупать. Потому что я понимаю для себя, что эта рулетка явно не для фартовых чуваков, таких как я. Фартовые пишем в кавычках. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира вам, друзья, пусть вам падают танки из контейнеров. И обязательно, ребят, спокойствия, всего хорошего, пока-пока.